Здорово, ребята, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы посмотрим, помогут ли слепому человеку, если он уронит 1 миллион долларов. Ты уронил свои бабусики, иди сюда. Что? Ты уронил бабусики. Я уронил что? Бабки! О нет, где? Где они? На земле. Ты мне не поможешь? Я мог бы никогда не увидеть это. Как много вывалилось? Я хз вообще. Аквадискотека в Геленджике. Выезд через 2 часа. Сэр, вы уронили свои деньги. Чё? Вы уронили свои деньги, сэр. Что случилось? Ваши деньги, сэр. Я уронил что? Деньги. О, нет. Да, так и есть. Где они? На земле. Святое заливное. Сэр, вы уронили все свои деньги. О, серьезно? Да, они прямо здесь, смотри, вот они. Мы можем помочь вам, сэр. Вам нужно куда-то добраться? Я в порядке, спасибо. Не, за что. Да, спасибо. Сэр! Вы уронили кучу денег. Святая расческа. Все собрали? Есть еще 2 вон там. 2 здесь? Теперь все? Ага. Хорошо. Чувак! Могу я взять 1 пачечку? Можешь ли взять 1 пачечку? Да! Я должен это все отдать парню по имени Ника, или он убьет меня. О нет, извините, сэр, ваша сумка нараспашку. Сэр, ваша сумка открыта. Нехорошо это. Все собрали? Собираем еще. Быстрее, меня ищут. Ты очень смешной. Здесь стена, сэр. О, спасибо. Сэр! Эй! Возвращайся. Что случилось? Много бабок тут. Ты уронил, чувак. Где уронил? Целую кучу денег прямо тут навалил. Я даже не знаю, что происходит прямо сейчас. Спасибо. Вот маленькая ручка. Вы случайно не ищете сахарного папочку? Святой ансамбль, у тебя есть жена. Я мог бы иметь 2, всегда найдется лишняя комната. Вы уронили ваш налик. О, нет. Теперь можете идти. Все собрали? Да, это все. Ты это видел? Я бы, конечно, дал тебе пару пачечек, но я должен отдать это Ника, или он убьет меня. Тот парень силен. Хорошо. Я просто не могу поверить в то, что сейчас произошло. Это просто 1 миллион долларов наличкой. Все, что мне надо, это 1 соточка. И я с удовольствием бы дал тебе ее. Эй, чувак, мы делаем социальный эксперимент. Социальный эксперимент. Я просто играю. Спасибо за помощь. Ребята, спасибо, что посмотрели это видео. И если вам понравилось, поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал. До встречи!